7, 8 или 9 там записали. В один раз, вот в один я прям день с первого раза писал. Вот. И потом играл в Солежники тут же на ходу, импровизируя, придумал. Ну, вы же очень хороший гитарист, поэтому для вас это не сложно. Не, ну... Не, ну я много о вас читала отзывы, что у вас природное чувство мелодии, и вообще, что вы очень высококлассный гитарист. Поэтому... Ну, пускай обо мне говорят. Вот. Я лично себя таким не считаю. Обычный лабух. Вот. Это вы скромный. Ну, может быть, да. Но я же не буду орать, что я вот какой я герой. Да нет. Ну, в общем... Наверняка талант какой-то был, раз у меня такая возможность раскрыться была, и Юрку раскрыть. Кстати, Юра поначалу на меня: не надо узоров, не надо много играть, мы пишем, я играю все соло, у меня хватит загрев, хватит, все. Я говорю: ты что, Юр, дурак, да и ночью только, а все, хватит, не надо много солировать. Вот. А потом, я вам скажу честно, потом он как прослушивал записи и говорит: ух, зря я тебя тут за гитару схватил. Ух, зря, побольше бы ты бы это. Когда он уже со стороны начал слушать. Ну, видимо, короче, момент про то, что писал сразу. Ну, такого, как бы, да, если много всяких вертушек и прочих в пальцах, то можно, да, взять и забубенить практически сразу такие штуки. Природное чувство мелодии, охуеть, это да. Ну, это обычно, опять же, когда много всяких гам поиграл и так далее, то такие какие-то штуки могут получаться. Чего-то опять какой-то здесь там серия, да?